Всем привет, друзья, это канал Morgan Games, мы продолжаем выживать в The Forest, и я смотрю, что-то тут нам наобновляли такое, что теперь сквозь наш дом, сквозь все стены, твердые постройки, короче, просвечиваются конструкции, которые мы еще не достроили, поэтому меня что-то это начало бесить уже сразу же с первых кадров, и надо это все подостраивать как-то, чтобы оно нам глаза-то не мозолило. Я не знаю, зачем они это сделали, разрабы-то, это ж просто, ну, мешает обзору. Ты пойдешь куда-то гулять, скажем, там, посрать отошел, сюда вот отошел, например, ты хочешь там полюбоваться, как ты срешь, ты ж правильно любуешься на природу, там, на деревья, на листики, короче, любуйся, а тут хоп, какая-то хероборина висит и тебе мешает, короче, нормально тужиться. Это вообще просто ни капли не вариант. Поэтому давайте быстрее там обновлять, чтобы это все пропало. Что это такое? Раньше этого не было. Так. Кустики убрали, чтобы они нам не мешали. Давайте тогда заполнять сейчас наши вот эти вот сани дровами, бревнами, деревьями. У меня по плану эта серия должна закончить наконец-то постройку наших защитных укреплений, после чего мы насобираем смолы, ну, во время рубки деревьев, правильно? Насобираем кучу смолы, этой смолой залатаем те щели, которые там попробивали наши оппоненты. Эй, что такое? Подожди. О, мы же, подожди, идибл, мы же не повесили-то. Давайте предлагаю повесить пару ящерок. И затрескать одну. Одно мясо какое-то там, хорошо. Все, а это пока вешаем. Это сюда куда-то. Вешайся, давай, все, нацепил. Хорош, повесил, молодчик. Давай еще одну повешай. Повесяй. Просто. Так, давай, все, куда? О, С, все, молодец. Отходим теперь, давайте рубать деревья, давайте. Какое там дерево мы не дорубали? Во! Тебя не дорубали, а что это такое? Упущенница какое-то. Сейчас мы его быстренько наладим. Вон варан полез, вижу. Варан, никакой маскировки у тебя нет, совершенно. Маскироваться не умеешь. Или может я просто вижу в темноте, хорошо. Оп, поднял, тачдаун. Понес. Сейчас будет тачдаун. Нет, подожди, это не тачдаун, это дебильный прыжок. Оу! Тачдаун! Не, нихера, подожди. Сейчас все сделаем, я тебе отвечаю просто. Сейчас вот туда. Ха! Тачдаун! Молодчик! Вообще просто красава! Вот. Все-таки не забыл свою игру в футбол, еще когда был на материке. Вараны, вы тут таки лезете под топор. Иди отсюда. А то сейчас как рубану. А что, больше бревен нет? Нифига нет, больше бревена. Какого хера? А это кто? Зайчик, побегайчик. Пускай бегает. Пускай пока живет. Красавчик. Так, давайте рубать вот это бревно. Точнее, дерево, потом оно станет бревном. Так, давай. Давай. Самое главное, что пока я заметил после каждого обновления, когда заходишь в игру, тут все прорастает опять, деревья растут. Аборигены некоторое время не прибегают. Они потом постепенно начинают тебя замечать, появляться снова, звать с собой подсосов, звать с собой мутантов, звать с собой женщин своих. Падла, ты смотри, не разрушь ничего там. Я уже думал, Вот, а пока что, пока спокойно, надо быстро этим спокойствием-то воспользоваться. И пока такая спокуха, быренько сейчас так наполнить сани. Наполнить все, короче, и быстро построить себе защитные укрепления, чтобы ни одна падла туда больше не пролезла. Иначе они вот с этой стороны мне постоянно ломают стены. И я постоянно уже не могу напастись защитной смолы, чтобы клеить. Уже просто не знаю, уже надо из жопы что брать и клей говном, наверное, замазывать. Потому что реально уже не хватает мне ни смолы, ничего, а деревья смолы мало предлагают. Почему? Так вот рубаю, нихера смолы нет. Сколько у меня смолы сейчас? Вот так, навскидку. За три дерева насобирали 9 смол. Смол это маленький, да? А биг это большой. У нас смол смолы. Очень мало смолы. Little, точнее. A little. Давайте будем учить английский вместе с Морганом. A little смолы. 3 sap. We have. Нихуя. Так. Подожди, а еще там одно лезет? Лезет. Давай рубать деревья ближе к озеру тогда. Хотя они ж, падла, у них там деревушка стоит. Может, они нас там заметят сейчас? Ну, ладно, экстрим так экстрим. Херли. Я буду надеяться, что все-таки не заметят. О, еще две. Три сапа.
насапили, насапали. Давай. Ты, конечно, так мускулы уже нормально накачал. Знаешь, уже такой мужик стал. Рубаешь топором, постоянно накачиваешь руку. Это вот, кстати, хорошо. Это вот эти вот физические упражнения, физработа. У кого-то, может, ну, кто не на острове, слава богу, а у кого дача есть, например, там. Вы же рубаете там дрова, не знаю, деревья там подкорчевываете, выкорчевываете, что-то делаете, какие-то работы физические. То есть рука у вас постоянно как бы трудится. Постепенно на ней образуются мышцы для того, чтобы там можно было вам, там, скажем, двери бетонные пробивать, там, не знаю, или там женщину одной рукой поднять свою, там, не знаю, ну, чтобы удивить ее, там, хоп-оп, и знаете, они ж любят такое. Вот, короче, закидывают на плечо, там, все дела, короче. Только надо регулировать, чтобы накачивать обе руки, иначе, если вы одну только накачаете, вторая у вас будет как у, кто знает, Громила из Left 4 Dead. У него одна рука совсем такая писюлька висит, а вторая, ух, такая рабочая рука, которой он тебя как увалит в стену, так ты потом и не досчитаешься ни зубов, ни рук, ни ног, ни ребер, ничего вообще абсолютно не досчитаешься, и потом сдохнешь сразу, концы-то отдашь, что такое? Это дождь. Я что-то думаю, что кто-то подкрадывается ко мне прям со стороны задницы. Думаю, все это как-то ни капли меня не радует, не утешает. Я, блин, галима, чтоб поспать-то не смог нормально. А что там, что-то такое тут? Подожди, погодь. Такое ощущение, что там свет горит. Или это снег, или это свет. Ну, снега там отродясь не было. Там, может быть, этот вождь ходит. У вождей во лбу такой фонарь постоянно. Они себе дорогу-то высвечивают. Но свет что-то не хочет пропадать. Он, походу, он стоит на месте. Это просто тень. Это тень, наверное, от Херли. Луны, наверное. Что тут светит-то? Какое небесное светило здесь? Все? Подожди, а там больше не падало ничего? По-моему, ничего. Ладно, погнали тогда ложить. Раз. Раз-два. 8-9. Хорош. Сюда давай. Блин, я хрен его знает. Так вот всю серию строить, оно будет немножко скучновато. Может, я таки за эту серию план тому не выполню? Хотя хотелось бы выполнить, потому что сколько можно уже? О, две построили, видишь? Может, надо саней больше. Утро, кстати. А утро вечером мудренее. Утром вся работа как бы делается. Как там говорят, спорится или что, дело спорится. Я не знаю, честно говоря, что эта поговорка означает. Там работа спорится. Это означает, или работа спаривается, или кто-то из-за работы спорит друг с другом. Там, знаешь, начальники. О, падла прибежала. Начальник и подчиненный, типа, спорят, что работу надо сделать там в срок, а подчиненный говорит: сука, началь. Ну, сука, на начальника говорит не надо, потому что уволить тебя, падла. Ну, короче, говорит, не платишь мне, падла, за мою работу. Работа спориться не будет. Будем спориться только мы с тобой. Я тебя убил, не? Добью, чтобы окончательно было. Так, зайчик, отойди оттуда, сейчас там работы будут спориться. А зайчик спариться должен в клетке. Не мешать спорной работе. Так, давай сюда. Две построили, там сейчас третью можно достроить уже будет. Главное вот эту стену сейчас дожать, а там у нас что останется? Останется только вот та стена и все. Ту стену, в принципе, можно на следующую серию уже растянуть. Тогда я немножко отхожу от нормы, от плана рабочего. Начальник будет мной недоволен. Хотя я сам себе начальник на канале, правильно? Я могу делать, что хочу. Но, короче, оп. Я, скорее всего, за эти выходные, таки за две серии построю все. Потому что, ну, как бы, хотелось бы уже немножко отдохнуть от работы. Уже руку накачал, рука болит, уже ничего поднимать не хочет. Подожди. А, трич нельзя поднимать, что-то я забыл. Ладно. Что-то взял-то. Подожди, положи обратно. Подожди, а работа-то спорится так, что тут всего 4 бревна выпало, да? Всего 4. Смотри, сколько пеньков-то настроили. Уже только серию начали, уже столько пеньков появилось сразу. Нифига ж себе ж. А это наш мужик тут лежит, воняет. Пускай лежит. А зачем было ко мне подходить? Я тебя что, приглашал туда или что? Тебе особое приглашение было. По-моему, не было. Я никого не приглашаю к себе на огонек. Они сами, падлы, приходят и мне мешают. Работу мою перебивают. А может, знаете, может, давайте эту серию сделаем реально скучной. Может, достроим все до конца уже, а следующая серия зато будет уже нормально там на, как бы, путешествия всякие, там, посиделки у костра, дома, там, отдых в сауне, короче, сауна вот там.
если это можно так назвать. И всякая такая вот штука поебота, которой будем заниматься уже обыденной нашей жизнью. Ох, нихера себе, ты что? Ты как бы это еще в балет не записывайся, пока постройся, а потом я рассужу, куда каждое бревно отдавать. Одно отдам на карате, второе отдам в балет, третье отдам в музыкальную школу. Будут у меня музыкальные бревна на стенах, прикинь, короче, стены построил, они будут тебе напевать там. Спокойной ночи, малыши, будут тебе петь там. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут меня. Даже Тимми спать ложится, где-то там он в яме снится. Стаю, баю, бай, сосыпай. Чё-то совсем я утром пою, сейчас все будут спать, короче, с утра. Все аборигены лягут спать. Сука, он не ложится спать, он прибежал бот вставать. Нихера себе, подожди, там ёптыть, ёптыть, макарыть. Ты чё, а чё у вас так много-то, а? У меня тут работа спорилась. Вот, сука, так и говорил, что серия таки будет не скучная. А еще в воду уже заходит? Нет, в воду не заходит. Погодь. Что это было сейчас? Ну, короче, по мелководью-то они бегают. Это что, я обоссался сейчас или что? Ты, чувак, смотри. Но, не надо. О! Это типа говорит, баба, ты не помыла посуду. Нихера. Куда он побежал? А что, бабу ушатал уже? Бабу бы добить бы. Бабу добить как-то надо. Ах ты сука. Баба сейчас же встанет. И потом будет нам нехорошо. Встает. Лежи. О, добивай ее, добивай. Молодчик, молоток. Блин. Сейчас, короче, тут жены-ненавистники будут ББПЕ применять. Тут, по-моему, мелко. Тут постоянно они могут ходить почему-то и бить меня. Ну давай! Женщины с мужчинами борются за равные права. Блин, караулят меня, падлы. Кролика бьет. Не туда бьешь, ниже надо бить, ниже. Ну? А где баба уже делась? А, она здесь была? Ладно, понятно. О, ушатал! Да надо было еще ушатывать, ты че? Сейчас я тебе помогу. Супчика! Ушатывай его, ушатывай. Ах ты, вот просто вот. Сколько вас там? Их же было гораздо больше, тут уже два только бегает. Не, конечно, я не жалуюсь, это все хорошо. Но, блин. Два, три, он. Я же говорил, надо реально расслабиться было после работы, принять сауну. Сейчас я куда-то, наверное, на островок залезу какой-нибудь, если я смогу вылезти. О, тут есть еще даже ящики. Влезу пока сюда, а пока они там бегают. Сейчас я быренько-то полечусь, потому что совсем сейчас меня там ушатают одним ударом уже, и все, и меня как бы... Ой, зачем я алкоголь-то пил? Ну что ты, дурак? Ладно. Не страшно. Они вон там все возле деревни стоят. Мне бы сейчас бы как-то туда добраться. Это самый настырный. Давайте этого самого настырного сделаем сейчас, за то, чтобы он следом за нами не ходил. Давай. А где он? Он, походу, под воду ушел. Он то под воду ушел, но... Погодь. Погодь! Да погодь! Хорош. Баба. Следующая на очереди. Эй! Вот, слышь, какая умная-то. Чтоб топор мой потух. Ты что хочешь-то? Нифига ж тебе подобного-то. Ох, вас много тут. У-у-у-у-у-у. Хорош. Хана тебе, да? Ох, а этому еще не хана. Этому тоже хана. Все. А баба где? Давай следующая. О, погодь. Ты что же обгорелый? А чё вы догораете-то не до конца? Как-то вы халтурно догораете-то. Пачи, баба пришла. Я знаю, это ты. Где ты? А, полезла на дерево, смотри. Далеко ты пытаешься улезть? Куда она залезла? Вон она висит, видишь? Да иди сюда-то, иди сюда, куда ты? О, покойся.
Оп! Хорошо, конечно, прыгнула-то. Но я же иду по твою сраку. Иди сюда. Все, варан. Тебя тоже заберу с собой. Надеюсь, все, да? Ух, хорошая была стычка, я бы сказал бы. Давайте лекарственными растениями сейчас закинемся. Мец. Медикамент. Немножко шкурки варанов оденем, чтобы нам немножко там защиты-то было. И хорош. Я уже, кстати, видите, не применяю защиту листьев, потому что там такая защита, как не знаю, как... Какая-то птичка. Маленькая и никудышная. И палится. Синяя на черном, правильно? Вот. Все, давайте забираем тут, что ли, плохо лежит. Забираем, что плохо висит, что плохо лежит. Идем опять достраивать. Механизм отдай. Вот самое прикольное, что постоянно все как бы возобновляется на том же месте, где и лежало, когда обновы идут в игре. Я, честно говоря, одного не мог понять. Когда игра уже выйдет в финальная версия, будет тут полный, как бы, билд, так сказать, конечный билд. Когда уже тут все будет на своем месте, как бы, когда уже будет полный сюжет, когда уже игра будет целиком и полностью выпущена, я вот одного не знаю. Будет ли там же, как бы, обновления уже будут, если и будут клепаться, то будут клепаться редко. То вопрос. Будет ли тут все восстанавливаться, когда ты, скажем, вышел из игры, а потом снова зашел? Будет ли тут все расти обратно на свои места, там, короче, ящики снова закрываться, шмотки появляться там же, где они появлялись, аборигены возрождаться, я не знаю, честно говоря, или, может быть, уже после финальной версии игры мы, например, сможем аборигенов всех на этом острове вырезать, и потом останемся совершенно одиноки, останется только Тимми нашего найти. Вот в чем вопрос. Это, кстати, хороший вопрос. Не знаю, может, где-то там на пабликах, на форумах по Форесту оно и спрашивалось уже. Может, кто-то писал уже, может, что-то уже известно по этому поводу. Но я особо туда времени лазить нет, и читать это все у меня нет. Потому я остаюсь в неведении, и тем приятнее мне будет потом самому это все открыть, когда уже выйдет полная версия игры. Но полная версия игры еще ждать и ждать, скорее всего, не знаю, может, до конца года. Конечно, обещали, что вот в конце... не в конце, обещали, что в этом году уже выйдет. Но не выходит, пока ни хера нет, поэтому ждем, ждем, уповаем, надеемся и все такое. Давайте чуть, наверное, подкатим сюда, как... Вот сюда, как... Раз мы строим здесь пока эту область, то предлагаю нам сани и эти тоже туда катить. Вот так. Давайте доклепаем здесь. Ой, тихо-тихо, не то, не то. Отпускай. А что это я постоянно зажигалку-то держу? Уже устал как бы. Прикинь, одну руку как накачал. В одной руке зажигалка, во второй руке бревна. Это офигеть. Вот вы мне говорите теперь о балансе. Что он одной рукой накачивает зажигалкой. Там нихера не накачаешь. А вторую руку бревна не постоянно качает. Уже надо обе руки качать, ты что? Сумасшедший? Как ты потом будешь? Так. Позорно выглядеть будешь. Еще осталось нам одно бревно, да, положить? И потом построить сюда. И потом... Да, блять, ну как вы задрали-то меня? Сколько вас? Трое, четверо, по-моему. Но это просто вот-вот-вот. Я не знаю даже, что, как это назвать. Вы не дадите мне спокойно построить. Хотя, в принципе, может, хорошо, потому что иначе бы была бы серия скучноватая про одни сплошные постройки. Слазь оттуда. И тогда бы было бы не совсем интересно бы смотреть, возможно. Ну, кому-то, может, интересно бы меня послушать, то, что я за бред тут несу, то, что я тут комментирую. О, какая лысая баба с сиськами, что-то она меня не может ударить. Лысые бабы с сиськами — самые слабые бабы в мире. А что это все потухли вдруг, а? Вот так вот зажигаешь их, зажигаешь, короче, они выдерут, тухнут, ну нифига себе. Эй! Мерзость! Какая ты мерзость! Это кто кидался там сейчас? Ты такой умный! Бьем самых слабых сперва, чтобы не мешали. Давай, 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 давай! Нифига, баба! Я думал, ты слабая, сука! Лысая баба с сиськами, оказывается, не слабая баба! Нихера, мы ее недооценили! Ну что ж ты будешь делать-то, смотри! Еще и штаны мне пропалили. Нет!
Я чувствую, мы за эти выходные ни хера не построим, потому что, видите, все сбили нам. Всю малину нам сбили, просто забрали нас в плен опять. Просто шикарно, мать вашу. Уже какой плен это в этом сезоне-то? А, юз лайтер, давай лайтер, юзай. Да, я помню это все уже, это все зрелище. И что-то было в глаз попало, что-то там вот. Что-то не особо хорошо. Все, вроде уже хорошо. Забираем. Рубаем. Все нормально. Я уже научен, ребята. Что это за член? А, это гейзер какой-то, что это? О, бляха, нифига, они уже ломаются даже. А вроде раньше не ломались. Давайте, наверное, что-то покушаем, а то совсем мы тут совсем-то вот вообще просто. Загрызлись. Блин, медикаментов мало. Надо медикаменты уже где-то находить, где-то собирать. А медикаменты есть вроде как в их главном этом лагере, в их. В их деревне, во! Надо в эту деревню попасть и там нормально налутать. Давайте, знаете что, давайте походим здесь. Может, в эту пещеру что-то добавили полезного нового? А если так, то я буду только рад. О! Вот хорошо, что я сюда зашел. Как здорово, что я сюда зашел. Давай-ка сразу наделаем молотков, чтобы они нам в помощь уже были. Ну, не для того, чтобы их пить, а для того, чтобы швыряться ими во врагов. Так. Еще один молоток и хватит. Еще один. Ну и молоток за папу, и молоток за бабушку и дедушку. Еще один. Все, хорош. Теперь эти берем. Эту берем. Эй! Так. А что, больше бутылок нет? Я еще хотел сделать... О, я еще хотел сделать молоток за маму. Так что давай сейчас еще сделаем один молоток. А, нельзя. Ладно. Сделаем позже. Так. Забрал. Я вроде как читал как-то на каких-то то ли форумах, то ли там где-то на каких-то комментариях читал где-то... Что в пещере рядом с этим вот главным ихним жилищем, главной деревней, находится катана. То есть где-то можно взять катану, где ее можно взять, хер его знает. То есть, по идее, это, скорее всего, эта пещера, но это пока не точная информация. Что ты привалило, что ли, камнями, да? Компас. Что-то взял. Пещерная карта. А, это пещерная карта, мы брали, я помню. Потом мы лезли сюда. Тут ничего особо не было. Тут спуск вниз был. А это не то самое место, где склад. Потому что если там склад, то это хорошо. Оно не. Не вход не оно. Куда я иду-то уже? Эй! Есть тут кто-нибудь? Чуть нихера никого не вижу. Я кажется понял, куда я вышел. Подожди, я кажется понял. Возьмем-ка карту пещер, давайте. Угу. Блин, не то. Спрячь карту. Хорош срать. По жопе дал. Молоток вообще. Беспалевный чувак. Чё-то я уже совсем забыл, куда я тут шел, куда я тут ходил. Чё я тут находил? Блять, кто нахер, блять, что, прикалываетесь, что ли? Страшно было, да? Мне тоже страшно. Это летучие мыши, падлы. Вот мать твою, а. О! Сюжетная штука, кстати, была.
Блин, а где ж катана-то? Но этот выход я знаю. Там я знаю, что находится. Там мы выйдем сейчас, короче, тот вход в пещеру, который находится ближе к океану, напротив нашего дома. Там почти. Мы его еще искали в прошлом сезоне, часто его искали. Это я помню. Эти разветвления. Давайте тогда выйдем обратно туда, где мы летучих мышей ссали. Нет, это чуть-чуть подстыкнул так. Когда она как свистнула там, не знаю, блин, у меня аж чуть... Все внутри там сжалось, и внизу все пожималось нахер. А что это такое? А! Это фонарик просто. А, ладно, хорошо. Фонарик так фонарик. Так хорош, ты там клацает зажигалку-то, ну. Куда я попёрся-то? Чё-то я как-то уже заплутал совсем. А, ну, по-моему, туда же, куда надо, иду, нет? Разве нет? Вы считаете, я иду в неверном направлении? А я вот считаю, что... Иду как раз туда, откуда и приходил. Вроде бы. Ну да, вон же шахтёр-то лежит. Видишь, как я уже пещеры-то знаю? Уже хорошо знаю, уже меня в этих пещерах ни одна хероборина не испугает, кроме тех летучих мышей. Ну, и то я их не боюсь, просто я боюсь внезапности, когда они так внезапно в попа начинают жужжать. И просто, блин, вообще до мурашек просто пробивает тебя. Были. Блин, так а подожди. Это подъем, получается. Где ж тогда катана? Это подъем наверх. Если я подымусь, то я выберусь в деревню, получается. Так. Как же ж тогда так пройти, чтобы найти... Пройти, чтобы найти. А никак, походу. Может, это не та пещера? Может, я что-то не то прочитал? Тут мы нашли, конечно, карту. Это хорошо. Больше здесь ничего такого полезного что-то я не вижу. Ладно, давайте тогда... Подожди, а вот... Что-то не показалось... Будто было две веревки. А на одной просто висела чья-то рука. Так, давайте-то вылазить. С пещеры. Нахер тут она нам надо. Значит, может, все-таки не тут. Надо реально погуглить, где найти катану. Потому что реально катана будет очень мне помогать. Очень будет полезное мне приспособление, если я ее найду. А я надеюсь, что найду. Здрасте. А как же ж, блин, найти всех пассажиров-то? У меня, блин, кого уже не находил, а пометка стоит только одна. Подожди, нет, уже... Уже двух вычеркнуто. Нифига себе. Мы трех пассажиров нашли, а когда мы успели? А ты кто? Кем будете? Вы медосмотр не прошли, у вас в организме обнаружено слишком много теннисных мячей. Поэтому идите, больной, лечитесь. А ты пассажир, нет? Застыл, как будто в позе такой эротичной, интимной, из Камасутры. Снашался, видимо, с ракеткой. Хорошо поснашался. Тут ничего нет. Странно, где же та катана-то? Странно, чё у нас катаны не процветают? Странно, чё у нас катаны не поджидают? Странно. Чё у нас катанами не зарубают? Странно. Чё, ничего, у них не понимают. Лезвия, лезвия, бум-бум, катаночки, где же вы? Лезвия, лезвия, бум-бум, катаночки, катаночки зацвели. Не, совсем не так, надо что-то другое придумать. Катаночки, катаночки, бум-бум. Нет, не то. Кто не знает, наберите инжойкин подсолнухи.
поймете, что я пою. Рыбка. О! Подожди, а что-то я это раньше озеро этого не видел. Подожди. Свежая рыба. Помылись зато еще хорошо. О! Спасибо, я пошел домой. Набрал себе свежей рыбы. А подожди, а если отсюда издалека смотреть, то не видно недостроенных всяких построек. Тут не разлетишь. Давайте посмотрим, может, что тут нахлопаю себе. Тут только содовая, да? Содовая тоже не помешает, как бы. Тут, о, динамит, это хорошо, уже не могу... Это плохо, что не могу нести. Сода. Как разлетелась-то? Реально сода. Ты знаешь, когда разбалтываешь бутылку, потом открываешь, она шипучка такая... Вылетает, короче, тебя обдает. Так, самое в ящиках с шипучкой. Разлетаются бутылки. Так, забрал. Да, вот, тоже что-то плохо совсем за здоровьем. У этих вообще сколиоз какой-то врожденный. Забрал. А я отсюда вылез? Блин. А хрен его знает, может, тут два входа. Или все-таки нет? Нет, таки один, блин, так что-то я... А-а-а! Сука, я думал это... Думал, уже матка стоит, так а что ей тут делать? Ее ж тут никогда отродясь не было. Но я все равно чуть пересрал. Что-то пугает немножко этот Форест. Начинает пугать опять, как пугал коту в начале игры. Сейчас что-то как-то я потом подпривык. А сейчас снова сык-сык. Так, пошли назад. Пошли назад, давайте тогда уже добираться до дома в следующей серии. А пока что оставайтесь с нами, подписывайтесь, смотрите. С вами был Морган. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока.